какие в этом году огромные гортензии. Ну, конечно, они уже все отцветают. Вот, смотрите, какие шапки огромные были. Вся она уже развалилась. Такая вот. Это такие у нас яблони колонновидные. На них яблочки растут по стволу, а не по веткам, а по стволу. Уже 2 года, как 3 года плодоносят. Так, покажу сейчас, что в теплице. Так, в теплице здесь были огурцы, а здесь еще перцы. Даже еще маленькие цветут, но их надо уже выбирать. Вон они все уже это. Уже ничего не хочется. Я их все уже оборвала. Но тут еще цветут, мне муж говорит, тут жарище. Может, еще будут расти, не знаю, куда ему столько перца. Вон, видать, ему виднее. Ой. Сережа идет. Так, идем в гараж. Ну, что у тебя? Картошка. А, мы там на улице уже, да? Нажми на кнопку. Ага. Мы машинка. Это картошку купили. Это лук купили. Морковь купили. Все по 20 рублей. Это мои помидоры. Стоят, зреют. Это наши яблочки. Еще красные помидоры. Так, вот мышка, щенка. Все, поехали.